Могут ли органы местного самоуправления издавать акты, содержащие нормы земельного права? Согласно части 4 статьи 2 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании его исполнения Земельного кодекса, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права. Могут ли органы местного самоуправления издавать акты, содержащие нормы земельного права? Согласно части 4 статьи 2 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании его исполнения Земельного кодекса, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.